В мае текущего года в полицию города Тюмени поступили сообщения о хищениях с дачных участков. Полицейские установили, что все кражи произошли на территории одного садоводческого общества. Неизвестные разбивали окна, проникали в приусадебные дома, похищали имущество. Это электрические провода, электроплиту, телевизионную приставку, обогреватель, дорогостоящие игрушки и другие ценные вещи. Совместно со своим другом совершили хищение имущества путем взлома окон. Проникли имущество, реализовали в комиссионные магазины города Тюмени и на пункты приема металла. В ходе оперативно-розыскных мероприятий оперуполномоченный отдела полиции номер 6 установили подозреваемых в серии краж и задержали их. В результате следственных мероприятий часть похищенного имущества удалось изъять и вернуть законным владельцам. В настоящее время установлена причастность подозреваемых к 7 эпизодам преступной деятельности. Злоумышленникам избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Возбуждены уголовные дела.